Всем привет! Сегодня пеку необыкновенно нежное, ароматное шоколадное мраморное печенье. Готовится оно быстро, и если вдруг вы еще не успели приготовить сладкий десерт к Новому году, примите во внимание этот рецепт. Для теста понадобится 160 граммов муки, 50 граммов темного какао, 180 граммов сахарной пудры или сахара, 50 граммов сливочного масла, 2 яйца, разрыхлитель 1 чайная ложка с горкой, щепотка соли и ванильный сахар, а также сахарная пудра для обсыпки, примерно 80-100 граммов. В миску просеиваю муку, какао, добавляю сахарную пудру, разрыхлитель, щепотку соли и ванильный сахар. Все хорошо перемешиваю. В другую миску разбиваю яйца. Добавляю размягченное сливочное масло и миксером хорошо соединяю. В эту массу частями ввожу сухую смесь. Хорошо перемешиваю, получаю шоколадное тесто. Отправляю его на 1 час в холодильник. Достаю холодное тесто, подготавливаю сахарную пудру, противень, застеленный бумагой, и из теста начинаю формировать одинаковые величины шарики. Каждый обмакиваю в сахарную пудру и раскладываю на противень, на расстоянии друг от друга, так как при выпечке тесто расползается. Из этого количества теста получается 18-20 штук печенья. Сегодня у меня получилось 19 печенек. Отправляю противень в разогретый до 180 градусов духовку на 12-15 минут. Готовое печенье достаю из духовки и даю остыть ему. Раскладываю в красивые коробочки, и новогодний подарок готов. Спасибо, что были со мной. До новых встреч. Пока-пока.